Здрасте. Виды Лондона прекрасны. Блядь, это... Вот что произошло с Лондоном после Брексита. Все в мышу. Я сел. Поехали. Пиздец, блядь, да. Как ебанутая карта, нахуй. Хороший финал, мне нравится. Дай бомбу. А не, не давай, я сейчас пошел. Да пизделись, блядь. У нас клуб, он сразу поет, поэтому он сразу забанит. Давайте парень опять пили. Я не понимаю, что происходит, у меня просто модели телепортируются по карте, блядь. Я тоже что такой, вы пожелаете что-то зрителям? Странные спекты, спекты, не спекты. Ты можешь, блядь, ракет... Блядь. Ну давай, давай. Так. Я могу как-нибудь? Вот. Типа, вот. Блядь. Опа, спиздил. А парня куда дел? Вот он. Эйра Шахи нет. Да его будет скачать. Эйра Шахи нет. Блядь. Да стой, я хочу в тебя. Ну, да. Я не знаю, я не могу сидеть без спинки, но я не могу сидеть со спинкой, потому что я не ебу, мне неудобно. Помогите. А хуя гейминг, смотри. Сейчас спиннится будет. А чё она как-то криво? А чё с ней? О! Тихо, тихо, тихо. Тихо. Меня тут тоже... Да? Отец Стас Борецкий застрелил. Охуенно. Я сейчас вообще не понял, ну. Короче, блядь, выпил сгущёночки, нахуй. У меня, короче, от неё привкус вообще где-то часа два не отходил, наверное. Типа капуста, и мне хуёво стало. Хорошо зашли. Да. Блядь. А чё так хорошо, прости? То есть, у тебя микрофон не трёхпиновый идёт, у тебя идёт гарнитура, блядь, в микрофонный порт. Понимаешь? То есть повсюду. Mm-hmm. Вот микрофон, да, там нарисован микрофончик, блядь, а там 4 пина. Ты вставляешь микрофон, любой вот микрофон, который микрофон, 3 пина микрофон. Оно распознается как гарнитура. Он не распознается, блядь, там замыкание происходит на микрофоне 3, во входе 4, блядь. То есть нужно 4 пин на, короче, на 3 пина оба этих, понял, типа наушники и микрофон. Для того, чтобы у тебя микрофон нормально работал. Вот мы его купили с Джабриком, и теперь вот я сижу через своего Орика с микрофоном. То есть... 4 пина в микрофон засунуть, блядь! 4 пина! И суки расписывают мне там в этом споре ебучем. OMTP, CTIA, вы долбоёбы, вы, блядь, гарнитурный порт засунули в микрофон! Бля! На, получай. А знаешь что, будешь знать, как воровать. Буду знать, как пошел нахуй. Ах ты, да ты, блядь, ты... Ящик такой на фоне хуярится. Нихуя, нихуя, нихуя! Я, блядь, оклематься не успел, меня уже чуть ебут.
Блядь. Каждый, сука, раз он исчезает, блядь, заебал. Нихуя! Такой. Пацан такой. Мне просто реально интересно. Какой-то мод, наверное, гайхо. Пошел нахуй. Окей, ладно, теперь я ее слышу. Your middle tower is under attack. Yes. Yes. Так, сожди метро, сейчас микрофоном. Смотреть что, будем? Микрофон? Это старая тема, блядь, не вскрывайте нахуй эту тему. Вы молодые, шутливые, блядь. Ладно. Про микрофон, что ли? Да. Да, блядь. Ну да, играю. О, блядь, нихуя Google Board, ебать, завезли. Свайпами. Как прекрасно Собянинская Москва. Дороги похорошели. Ага. Вот они, кстати. Конга! Пошла нахуй! Блять, у меня зависла дота! Ебать, ну в пизду, блядь. Антох раньше меня загрузился, ну потому что я с бандикамом, понятно. Потому что в пейнтере я рисую. Ну да, yes. В клубе в пейнтере рисую. Пожалуйста. Снова нападать не буду, это только по местоположению, хуй свети. Шучу. Говно, опять! Зашибись. Так, я отвернулся на одну секунду, я прихожу тут. Ага, неплохо. Да пошел ты, блядь. Блядь. Жик. Я сам не знаю, как это сейчас было. Но... А где идентификатор, блядь, вас заметили? Вон он снизу. У меня мод. Сука, тебе надо, блядь, сделать эту хуйню автоматической, что ли? Или удобно? Да нормально. Ну, я бы не сказал, что удобно, но пойдет. Ну, короче, как на ПК, нахуй. Ну да. Ну, кража и сундук. Торч. Да, блядь, сука! Не упала. Блядь. Теребит кроликов, блядь. Пизду, факел. Нихуя ты, блядь. Блядь, как кузечное дело нормально качать? Куёж. Охуенно. Так и буду делать. Давай охуеть, блядь. Тихо нахуй. Примерно такой. А это чё? Не особо понимаю в английском, поэтому да, это ботик. Съебитесь в ад, пожалуйста, а то мы не сможем поспать. Ты, блядь, да. Мне позвонил, ты что, дебил? Ну, блядь, надо было тебя как-то выцепить, блядь, у меня деньги уйдутся. Все, давай, блядь, все, у меня деньги нахуй сейчас улетят. Ну, что ты видишь? По идее, это кролик. Нет. Антон говорит, что это на ежака похоже, блядь. Кстати, да.